Всем привет, друзья мои и подружки, с вами как всегда Фаниль, и вы снова попали на мой канал «Сделано в деревне». Этот выпуск такой коротенький, будет как новость. Хочу ответить на некоторые ваши вопросы. Немножко приболел вчера. У нас в деревне был такой небольшой ЧП у моих родных, там у дяди Марата. Загорелся счетчик. Их нету, они живут в Нижневартовске, в Сибири. Ну, короче, все обошлось. Пожарники, все это было, конечно. Но пожара не было. Все хорошо, все нормально, все обошлось. И оказывается, вот такое бывает, даже если дома ничего не включено, пустой счетчик голый может загореться. Так что имейте это в виду. Это какой-то капец, конечно. После этого все, наверное, вынесут счетчики на улицу куда-нибудь. Хорошо, что у них это был гараж, и стена была из блока, из-за этого и не сгорела. Было бы деревянной стеной, было бы пипец. Вот так вот. Просто хотел ответить на ваши вопросы. Многие мне пишут, почему не выкладываешь видео в YouTube. Я вообще-то выкладываю все ролики в YouTube, но с небольшим запозданием. Это не просто так я делаю. Это я хочу подготовить вас, если что, если YouTube накроется, хочу вас подготовить заранее к этому. А то если буду только, как обычно, загружать ролики в YouTube, если оно накроется, думаю, накроется, потому что то, что накроется Instagram, тоже никто не верил. В итоге Instagram теперь у нас нету. Она работает через VPN, но это уже не дело. Я вообще удалил эту программу, Instagram у меня уже нету, можете вообще туда не заходить. Все, я его убрал со своей жизни. Может, что-нибудь придумает, свои русские, замену для Инстаграма, не знаю, пока ничего такого нету. ВКонтакте. Вот. Будем жить ВКонтакте. Из-за этого вот я решил, перенести канал Дзен. И в Рутубе, скорее всего, будет, но мне Дзен больше нравится. Не знаю почему, но я предпочитаю Дзен. Там для меня все попроще. Вы говорите, все это сложно, перейти на Дзен, там регистрироваться в Яндексе, то все, это сложно. Вы представляете, как это сложно для блогеров? Это сложнее раза в 100. Я бы вообще даже не взглянул в сторону Дзена. Не в Ютубе было нормально. Все загружал, все общались со всеми, все было хорошо. Вот теперь может стать все нехорошо. Если YouTube закроет, где же я вас найду потом? Ладно, многие там активные из вас уже меня нашли в Дзене, там везде, где смогли. Но есть люди, которым лень, скорее всего, и которые не знают, как это сделать. Таких по-любому есть. Не знаю, что сказать. Если вы уже такие довольно пожилые люди, вам это, если сложно, попросите, что ли, своих внуков там, сыновей, дочерей, не знаю, своих родных, соседей, может быть, зарегистрироваться в Яндексе и зайти ко мне на канал, если это не сложно. Это сложно, но постарайтесь. А я потихоньку буду перекидывать ролики на Дзен. Что еще сказать? Вот так вот, это не я придумал, ребята. Многие там уже начинают обвинять блогеров, зачем переходите. Лучше перейти заранее, чем потом мучиться там, искать кого-либо, заново набирать аудиторию. Это та еще удовольствие. Я вас набирал 4 года, вы больше 4 лет моему каналу. Вот. Без Лехи бы я вообще вас не набрал, наверное. Вот Леха помог. Но это бывает не всегда. Вот такие моменты, кто-то тебе помогает, кто-то не помогает. Вот, мне будет очень сложно набрать. Из-за этого, пожалуйста, перейдите в Дзен. Или ВКонтакте хотя бы зайдите, потом потихоньку уже перейдете в Дзен, если YouTube закроется. Еще некоторые писали, что Дзен невозможно вынести на ТВ, на телевизор. Это возможно, но сложно. Есть новая функция в Дзене, но она пока еще не на всех телевизорах работает. Есть Яндекс Эфир. Есть такая штука, такое приложение.
Может быть, в дальнейшем она уже будет работать на всех телевизорах, пока еще она работает вроде только на Самсунгах. Точно не знаю, сами где-нибудь ищите, в Ютубе там посмотрите, как все это делается. Я сам не смотрю по телевизору в Ютуб, у меня монитор большой. Вот так вот. Вот Яндекс Эфир. Посмотрите, посчитайте, что, как там она работает. И еще можно посмотреть через браузер. Заходите на браузер через телевизор, находите там и можете там смотреть. Это, конечно, не так просто, как в YouTube, но это возможно. Вот так вот. Будем выкручиваться, как можем. Все будут через это проходить. Лучше быть к этому готовыми. Многие в это не верят, что она закроется. Мне тоже не хочется в это верить. Лучше бы она осталась, лучше бы включили обратно монетизацию и все такое. Это было бы намного проще, я просто вернулся бы туда и забыл бы про этот Дзен, Рутуб, все остальное. Это был бы просто страшный сон, но пока что новости меня не радуют. Так что... Идите, давайте там, не сидите. Чё, вам сложно, что ли? Давайте. Жгите, ребята. Я вас жду в Дзене. Переходите. Вот сегодня вечером выйдет ролик на Ютубе. Он уже вышел в Дзене пару дней назад. Специально так делаю, я же вам говорил. Специально загружаю ролик сначала в Дзен, чтобы у вас была мотивация зайти туда, посмотреть этот ролик. По-другому вас не привлечь. Я же знаю, всем лень. Мне тоже был бы лень. Это я все это понимаю. Из-за этого вот такая задержка у роликов. Ну вот сегодня выйдет уже ролик в Ютубе, можете посмотреть. Вот так вот, что еще сказать, не знаю. Ну, жду вас, короче, в Дзене, как всегда, напоследок. Желаю всем здоровья и отличного настроения. Увидимся в следующем видео. Всем пока. Приболел. Пару дней отлежусь, и все пройдет, наверное. Просто я говорю, вчера бегал там туда-сюда. Нога была вся мокрая, вот в этих самых галошах суперских. Я не ожидал, что там такое произойдет. Ну вот так вот случилось. Ладно, всем пока.